Леди Коксинелли, Кот Нуар, снова спасли Париж. Эта команда отлично справляется. Новая героиня Парижа доказала, что достойна носить костюм супергероя и покорила сердца парижан. Спустя месяц после исчезновения Леди Баг у нас все еще нет новостей от нее. Ушла ли она навсегда, или это временная замена? Они отличная команда, да и Кот Нуар выглядит счастливым. А это именно то, за что я волновалась. Я не могу решить эту загадку. Восстановление ущерба, принесённого катаклизмом. Я должна спросить Алию, но у нее куча дел из-за того, что она теперь замещает Леди Баг. А мне еще нужно следить за Леди Блоком. Спрошу у Сухана. Нам нужно будет вернуться в Китай, в Калки, чтобы достать остальные ингредиенты. Маринет, тебе посылка. Иду, мама. Донесешь это сама? Да, не переживай. Теперь, когда у меня появилось больше свободного времени, я могу начать учиться игре на пианино. Так я стану ближе к Адриану. Мы сможем говорить о музыке. И я попрошу его обучить меня паре произведений. А потом мы сыграем дуэтом. И он женится на мне. Отлично звучит, правда, Тики? Тики? Маринет, ты же знаешь, что можешь довериться нам. Да, все в порядке. Правда. Идем со мной, Вейс. Мне нужно купить кое-какие вещи в городе. Если вдруг почувствуете опасность, не забудьте связаться со мной, ребята. Сохраняйте спокойствие. Йо-ху! Я быстрее тебя! В своих мечтах! Алия! Алия, я хотела с тобой кое о чем поговорить. Есть одна загадка, которую я не могу разгадать. Не могла бы ты прийти ко мне домой, чтобы помочь? Постой! Что? Это невозможно! Да я уже иду домой, там объяснишь. Алия, я пришла! Маринет, я не хотела ранить его, но я больше не могла ему лгать!